15 августа состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Было продолжено предметное рассмотрение вопросов, связанных со срочной организацией доставки российского гуманитарного груза в районы юго-востока Украины, пострадавшие от боевых действий. Было констатировано, что представители Международного комитета Красного Креста находятся в контакте с сотрудниками пограничных служб России и Украины. Возникающие технические вопросы, связанные с досмотром и пропуском груза, решаются в рабочем порядке. С российской стороны подчеркнута настоятельная необходимость максимально ускорить завершение всех процедур, требуемых для скорейшей доставки гуманитарной помощи из России на Донбасс. Сергей Рябков и Петер Маурер условились поддерживать дальнейшие контакты. Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России.